Все люди как книги, и мы их читаем. Кого-то за месяц, кого-то за два. Кого-то спустя лишь года понимаем. Кого-то прочесть не дано никогда. Кого-то прочтем и поставим на полку. Пыль памяти изредка будем сдувать. И в сердце храним. Но что с этого толку? Ведь неинтересно второй раз читать. Есть люди-поэмы и люди-романы. Стихи есть и проза. Лишь вам выбирать. А может быть, вам это все еще рано? И лучше журнальчик пока полистать. Бывают понятные, явные книги. Кого-то же надо читать между строк. Есть ноты, сплошные оттенки и лиги. С листа прочитать их не каждый бы смог. Наш мир весь наполнен загадкой и тайной, а жизнь в нем лишь самый длинный урок. Ничто не поверхностно и не случайно. Попробуй лишь только взглянуть между строк. Живое слово.